Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Валберс, Озон, Яндекс.Маркет, все как вы любите, итак, поехали. Покупочки в Валберс, и здесь у меня кондиционер интересный, девочки в Телеграм скидывали, сейчас понюхаем, попробуем, потом постираем. Достаточно бюджетный на самом деле, и отзывы тоже неплохие. Контейнер для специй и лак. Контейнер для специй вот такой, заказала еще один, потому что у меня все мои специи любимые не влезают, а вот 8, как раз которыми я пользуюсь постоянно, самое оно. Вот он такой же. Так, все распечатываем. Кондиционер понюхала, расскажу потом, как ведет себя на белье. Постираю завтра, наверное, и расскажу вам потом. Вообще интересный аромат, конечно, но здесь четко прослеживается и орхидея, и роза. Вот они прям прослеживаются. Я розу не очень люблю, но здесь вот вроде все гармонично, вроде интересно. Пока нравится. Интересный насыщенный аромат, надеюсь, на белье будет. Так, лак у меня Фокси. Вот такой, под номером. А он без номера, по-моему, вот этот. В общем, это лак, гель-лак для ногтей с черными хлопьями. То есть его можно класть на любой цвет. Что он из себя представляет? Ну, вот прозрачная текстура, просто черные хлопья. Сейчас достаточно модный такой маникюр, поэтому решила заказать. Контейнер для специй оказался больше, представляете? Чуть-чуть побольше. Он и подлиннее, и пошире. О, вот так. Вот насколько даже, представляете? Прям больше. Тоже ложечки есть. Также они сюда вставляются. Есть для них вот такие вот здесь выемки. Мне вот такой формат удобней, чем другие контейнеры. И в крышке вот выемка для ложки. То есть она лежит, не мешает закрыванию и так далее. Я вижу, по крайней мере, что у меня в контейнере. Для меня это удобно. Для меня удобно, что для каждой специи своя ложечка. Это мега удобно. То, что они в подставочке. Можно помыть. Тоже достаточно удобно помыть, просушить. И я одну на одну поставлю прямо на полочку себе, и будет красота. Сейчас займусь пересыпанием. Таким образом, все. Я очень долго выбирала себе удобную обувь на весну. Знаете, уже хочется удобно. Именно этот критерий является главным. Во-первых, у меня широкая нога. Поэтому тоже далеко не каждая обувь подходит. Девочки, подходит на широкую ногу. Цена вопроса 1500. Мне понравился дизайн. Вот стильненько. Мне понравился дизайн. Вот такая подошва. Не совсем дубовая. Не совсем дубовая. То есть вот она как бы, ну, гнется. Но достаточно жесткая, конечно. Я вообще люблю, чтобы был небольшой каблучок. Но вот из того, что я смотрела, мне понравились эти. Их и заказала. Расцветки разные, размеры разные. Хотела в другой еще расцветочке. Но не было моего размера. Я взяла мой размер 39-40, эти 41. Как раз. Как раз. Поэтому, конечно, размерчик больше, я думаю, стоит брать. Ну, возврат бесплатный можно. Мне понравилась вот эта вот идея шнуровки. То есть, смотрите, затягивается. Вот таким вот образом нажимаешь на кнопочку, да. У меня по самой ширине прям вот такой ходит, на самый последний. Тут такой красивый язычок торчит. И когда мы одеваем с вами, вот так вот это все выглядит. Мне понравилось. Стильно смотрятся ноги. У этого продавца, кстати, там и кроссовками вот эти же модели были, и тапочками. Но вот, на мой взгляд, с вот этой вот шнуровкой смотрится симпатичнее всего. То есть на широкую ногу хорошо. Мне подошло. Вот как внутри все это дело выглядит. Такие они достаточно толстенькие. И вот это вот, ну, кожзам, наверное, я не знаю правильно, как это называется, потому что это вообще даже не кожзам. Мягко. Мягкий вот этот материал. Очень мягкий. Нежненький. Вот, поэтому понравились, взяла, оставила 41 размер. Такие вот хорошие, прям удобненькие. Надела, правда, влезала долго, но я была в шерстяном носке, в теплом. Вот, влезала долго в них, но в целом влезла, и все красиво. Так что, девчонки, смело могу рекомендовать. Стильненькие, интересные, необычные. И под платьишко можно одеть, и под курточку, под спортивный костюм. Прям вот классненько. Так, и дальше у меня в коробочке, я вскрыла на пункте выдачи, так, ну, посмотрела немножко. Полка. Полка в ванну, две штуки за 300 с чем-то рублей. Она мне вышла, была распродажа черная. Угловая полочка, мы ее пока вешать не будем, поэтому, потому что не покажу. Мы повесим немножко позже. Вот такие вот стильные полочки. У меня сейчас хромированные, но я так не люблю хромированные полки. Для меня это прям вот какой-то сабдеп, если честно. Здесь самоклеющиеся штуки есть для полки, но я их всегда сажаю на клей-момент все равно, потому что, ну, не держит ни одна самоклейка, большое количество шампуней и так далее. Что понравилось, смотрите, здесь инструкция подробная есть, вот как они выглядят. Ну и в карточке товара еще посмотрите, фокус. То есть вот такие вот угловые полочки, две черненькие.
Утку в подарок положили. Вот у меня Крис сидит тут, подгуживает, она ждет утку. Ей нужна срочно утка, поэтому снимаем в срочном порядке. Вот они, эти две полочки. Они тут... Да не, нет, вроде не разобранные. Вот, вот такие вот черненькие решеточки. Вот она в уголочек вот так вот вешается. Сейчас открою. Вот такие хорошенькие. В уголочек вешаются две, одна над другой. То есть вот эта перегородочка держит флакончики. Влезает много, широкие. То есть вот зубочистки, допустим, поставить. То есть некоторые там гель для душа, которые шампунчики узкие, в два ряда даже можно будет поставить. Но вместительные, достаточно вместительные. Вот такие больше смотрятся стильненько. Они такие по рублей 800, по 1000 всегда были. А тут прям распродажа по 300 рублей две штуки в наборе взяла. Так что я довольна покупочкой. Покупочка Валберс, и здесь у нас арахисовая паста. И вроде как без сахара, достаточно бюджетная. Давайте открывать. Другая упакована в пакет, еще в пупырку сверху. И тут, смотрите, пломбочка прям стоит. Хорошо запакована. Вот так выглядит вот этот бренд. У него там разные арахисовые пасты. Мне попалось на просторах интернета. То есть тут у нас килограмм получается. И с кусочками. Есть без кусочков. Гималайская соль без сахара, без ГМО. Так, сейчас мы с вами состав найдем. Где он? Килограмм, да, килограмм, прям тяжелое такое ведро. Так, где у нас с вами прям конкретно состав? Вот, ядра арахиса, гималайская соль 1%, в редких случаях незначительное содержание следов орехов. Арахис запечен без добавления масла и сахара. Ну вот, классно. Открываем, пробуем. Так она выглядит, я уже попробовала, здесь действительно с кусочками. И перед употреблением, конечно, это все смешать, вкусное. Невероятно вкусная, чуть-чуть, да, такая вот подсоленая. Ну, кому надо, как бы можно сахар добавить по желанию. Но вообще она и так нереально вкусная. На вид, конечно, не очень. Но арахисовая паста, она на то и паста. С кусочками. Классно. В следующий раз, наверное, попробую без кусочка взять. Вкуснота. Покупочки Яндекс.Маркет. И что здесь у нас интересно? Во-первых, кофе. Мы пьем этот кофе Жардин. Нам очень нравится. Прям вот хорошо зашел. И пятерка, и четверка пьем прям с удовольствием. На Яндекс.Маркете он дешевле всего. За 150 грамм 200 с чем-то рублей, девчонки. Ну, то есть, это вообще классная цена. Это реально классная цена. И бывает немножко подороже, но тоже относительно дешево на Озоне. Но на Яндекс.Маркете пока вот уже который месяц он дешевле всего. Поэтому берем кофе хороший. Не горчит. И с молочком, и без молочка очень вкусно и бодрит. Так, дальше. У меня здесь покупки для нашего робота-пылесоса. Может быть, кому-то будет полезно. Я, например, об этом не знала. У нас тут робот-пылесос. Он уже третий год работает. Включаю его по 100 раз в день, потому что терпеть не могу, даже если хоть какая-то крошка хоть где-то есть на полу, он, то есть 2,5 года практически работает без перерыва. Каждый день по несколько раз. И он у нас начал барахлить. Зарядку требовать через 20 минут. И причем на зарядку сам не едет, но, в общем, немножко подтупливать. Мы хотели купить новый, но потом что-то я подумала, может быть, там аккумулятор. Дело в нем. Мы вскрыли с мужем его, посмотрели, там очень легко меняется аккумулятор. Почитали отзывы в интернете, поискали. И на Яндекс.Маркете нашла тоже самый дешевый за 700 рублей. На Озоне такие от 1000-1100. На Валберс вообще такие по 2,5. Там дикие цены и маленький выбор. Вот. Тут как бы... Такие аккумуляторы, они у многих роботов-пылесосов, поэтому, если вы тоже с такой проблемой столкнулись, я ссылку оставлю, естественно, перейдете, посмотрите. Вот такие аккумуляторы, они в многих моделях. Точно помню, что там были Scarlett роботы-пылесосы, еще какие-то. У нас Kit Ford 519... 519 тире там что-то, я забыла, тире 4, что ли. Вот, вот такие по мощности, как бы посмотрели, все нормально, все отлично. Даже вот такая же вот штучка есть, чтобы доставать его из пылесоса. И вот такая вот защелка. То есть старый достаем, новый вставляем, и все, и побежал. Вот, отзывы хорошие, отзывы отличные, к нашей модели подходит. Поэтому сейчас мы будем менять, и я тогда вам здесь подпишу где-нибудь, как все прошло, работает, не работает. И так далее. Также для пылесоса заказала HEPA-фильтры. Тоже не знала, что они так называются. Это называется HEPA-фильтры. Они стоят у меня внутри. У меня пылесос с турбощеткой, плюс внутри вот такие вот фильтры. Сначала вот этот беленький, потом вот такой черненький тоненький поролончик. И сверху там такой клапан надевается. В общем, это называется HEPA-фильтры для робота-пылесоса. Здесь в комплекте две штуки. И цена вопроса тоже на многие модели подходит. Абсолютно на многие. Вот тут, кстати, перечисление идет. Polaris, Kit Ford, еще какие-то iLife, видите? И
200 с чем-то рублей две штуки. Везде эти фильтры 200 с чем-то рублей одна штука, а то и 300 рублей одна штука. А тут прям нашла на Яндекс.Маркете, чему несказанно рада. Будем сейчас обновлять наш пылесос. Большая распаковка обуви с Озон. У нас тут что с вами? У нас тут бренд Токарди устроил распродажу на Озон. Все позиции, некоторые до 600, до 700 рублей, до 1000. То есть вообще огромный ассортимент, огромный выбор. Девчонкам в Телеграм сразу скидывала. Многие воспользовались акцией, потому что дешево. Я заказала 16 пар. Всем. Себе, правда, одну пару и Крис одну пару. Потому что у нас больше всего с ней обуви. Вот. Себе не взяла, мне были великоваты. И подумала, что все-таки мне хватит. На Озон взяла себе, ой, на Валберес кроссовочки мне хватит. Взяла две пары из 16, в общем. Мы оставили 5 пар, две коробки даже оставили на пункте выдачи. Почему? Потому что уже невозможно было куда-то это все дело паковать. Босоножки трое заказали Ксюшке, немножко с запасом. Токарди нормальный бренд. Нормальный бренд дешевого сегмента, у них часто распродажи, поэтому выполнено все нормально. Слушайте, дешево и сердито, мне понравилось. Правда, мне не понравилось, мужу кроссовки двое пришли, очень плохо проклеены. Но надо смотреть, так как бесплатно заказываем и платим только то, что выкупаем, почему бы не взять и не повыбирать, да? Вот такие босоножки Ксюшки на лето, супинатором, кстати, вот такой выпуклый, нормально все. 37-й уже это получается у нас с вами размер, я все думала, маломерки. 36-й с ней померили, он ей вот прям как раз, а до лета еще как бы 2 месяца, и лето надо все проходить, поэтому взяли с небольшим запасом. Кстати, на них тут ценники есть, 2000 они стоили, но сейчас я не знаю сколько. В общем, вот эти 5 пар обуви мне обошли, сейчас скажу сколько. Так, сейчас скажу, в районе 4000. То есть каждая позиция меньше 1000 точно, в районе 4000 5 пар обуви. Вот, вот ценник, вот размер. Хорошенькие такие, мне понравились, как бы имеют место быть. Так, следующая у нас с вами пара обуви, это Крис как раз. Я взяла на осень. Очень классные ботинки. Где здесь у нас размер? Коробку-то я выкинула. Коробку я выкинула. Слушайте, по-моему, это 28 размер, если я не ошибаюсь, по-моему. Но здесь, опять же, утеплитель. Вот он какой. То есть утеплитель на холодную зиму. Мне кажется, они даже пойдут. Мне понравились. Очень красивые и стильные. Можно и мальчикам, и девочкам. По-моему, это в разделе была женская обувь. Но мальчику и девочку без разницы вообще. Мы в синем комбинезоне гоняем. Все отлично. На липучках. Отличненько. Все хорошо одеваются, свободненько. Мне прям понравились. Слушайте, такая подошва. Подошва твердая, как для детей надо. Не гнущаяся практически. И вроде как, смотрите, по периметру везде все прошито. Вот швы. То есть весь периметр прошит. Нигде клей не торчит. Так, это у нас что-то с вами тут с камерой происходит. Фокусироваться не хочет. Вот прям такие вот они бархатистые, симпатичные. Тут под джинсу. Язычок тут такой вот красивый. Понравились вообще красивые ботиночки. Выполнены очень стильненько. Так, едем дальше. Это взяла обувь мужу. Вот кроссовки мне не понравились, а ботиночки классные. Смотрите, тоже прошиты не по всему периметру, а вот так. Тоненькие ботиночки. Сейчас гонять на весну. Вот такие вот они. Очень мягенькие внутри, мне прям понравилось. Выполнены достаточно стильненько. Замочки тут вот такие по бокам есть. Они, кстати, наверное, расстегиваются. Ну, как бы должны. Одной рукой неудобно. Слушайте, они расстегиваются, но тут ни резинки, ничего нет, просто расстегиваются. То есть их можно обувать с помощью молнии. Отрегулировать себе сразу шнурок можно, отрезать его нафиг, чтобы он не болтался, весь вид не портил. Ну так солидненько, слушайте, ничего, вот красивые. Пяточка такая, как будто замшевая. А здесь кожа. Вот такая вот подошва, они такие достаточно тяжеленькие, очень мягенькая такая хорошенькая стелечка. Внутри как бы все отлично, никаких нареканий нет. Вот прям понравились. 4-й размер, нормально, у него 45 в основном, но вот обувь Токарди, я так поняла, она не маломерит, она идет в размер. То есть вот китайские модели там совсем, если брать, я не знаю, Токарди где делают, они маломерят. Он берет 45-й, а вот эти 44-й. Очень хорошо. Смотрите, сколько стоили. Опять же, они получаются дешевле 1000. Так, следующая у нас с вами позиция. Коробочки вот такие вот у них приходят. Это тоже ботинки мужа. Это уже летние. Очень симпатюшные. Тоже понравились. Тоже цена у них была такая. Это 45-й уже размер. Вот такие вот симпатюшные ботиночки в дырочку. Они прям в дырочку. Это вот там, ну, на лето гонять, на прохладное лето. Красивучая вот такая вот подошва. Понравилось. Прям понравилось. Выбит это Токарди.
Вот, и вот таким вот образом они выглядят. Хорошенькие, тоже стильные, симпатичные. Опять же, понравилось. Здесь они везде прошиты. То есть клея нигде нет. Все замечательно. Все прям шикардосно. Очень хорошенькие. За такие деньги, слушайте, всю семью обула. Так, и Ксюшкины тоже красивучие ботинки. Прям очень понравились. Ходить в школу сейчас весной. Так, это мы с ней взяли какой размер? 36-й. Сандали с более большим запасом. А здесь... Небольшой есть запасик. 36-й. Вот такие красивые стильные ботиночки для девочки. Да? Вот здесь у нас такие надписи, сердечки. Очень мягенькая, кстати, кожа. Вот не скажешь, что дешевая обувь. Тоже по всему периметру прошиты. То есть клея абсолютно нигде не видно. Они прям вот везде по всему периметру прошиты. Есть каблучок, есть платформа. Уже пора-пора, давно пора. Вот такая подошва. И на резиночке, на шнурочке они застегиваются. Ксюха померила, сказала, очень удобно. У нее нога прихотливая. Она вот прям тот человек, который ходит всегда в тапках. В тапках, кроссовках таких вот, ну, свободных. Не то, что у нее там она широкая, но вот у нее прихотливая нога. Она бы какую не будет обувь носить. Ей очень тяжело в этом плане угодить. Вот так выглядит. Мне очень понравились. Я уже тут пальцем себе замяла, когда снимала. Носочки твердые. То есть их действительно реально можно вот так замять. Но потом они выправляются тоже легко изнутри, как бы. О, чпокнул. Красивые, красивые ботиночки. Прям вот эти покупки меня порадовали. Все обулись, прям красота. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока.